Всем привет, с вами При. Сегодня вскрываем недельные сундучки, надеемся на идеальный лут. И пришло время вскрыть сундучок на ДХ. ДХ персонаж новый, в воскресенье я сел на него, он был 105 левела, сегодня он уже 945 эквипа. Здравствуйте. Поехали, специализация месть. Смотрим, что упадет, и упадет скверно. Релик. Отлично, надо будет глянуть его в Тигеле, и я надеюсь, что упадет что-то действительно классное. Модификаторы текущей недели — это кровавый, мучительный и укрепленный. Усиленные мобы по хп и атаке, которых нужно вводить от каждой лужицы крови, которая остается при смерти. Ну а хилу просто-напросто нужно держать хп группе на 90+%. Не самый лучший модификатор, конечно, для хила, но все же. Какая-то сложность должна быть при прохождении миф-плюсов. Шаманчик. А на шамана я хочу тоже релик. Но в итоге я получаю 965-е перчатки. А у меня такие же по статам. Ну да. Окей, просто обычный плюс. Неплохо. А, ну и да, плюс кристалл за старую шмотку. Окей. Сейчас я кое-что сделаю. Скопировать, вставить Antorus Normal 14-15 по МСК при НДХ. Вот. Хотя бы это на самом деле за ДХ надо сделать. Но не суть. Самое главное, что вы увидели это событие и, надеюсь, придете. Конечно, этот рейд будет на стриме, и я ожидаю большое количество демон-хантеров и других бойцов, хилов и танков кожаного типа доспехов. На самом деле, очень сильно помогли люди, которые играют за такие классы с одеванием. И очень хорошо апнулся мой ДХ по эквипам при помощи этих людей. Спасибо огромное. Утроба. Отлично. Так, надо еще КДшечку сделать. А, я ее уже сделал. Ну все, отлично тогда. Идем дальше. А дальше паладин танк. Ну не знаю, надеюсь на паладина что-то классненькое хотя бы упадет, то что я экипирую. Потому что лутать даже вот на инактивных персонажей всякую дичь как-то неприкольно, если честно. Хочется, чтобы они потихоньку улучшались из недели в неделю. О, реликвия. Ну, реликвия у меня и так 960-е. Может быть, это просто лучше. Я посмотрю по Тигелю потом, когда-нибудь. Лет через 20. Идем на воина, ну а закончу ДКшкой. Планы на сегодняшний день — это убийство Аргуса всеми персонажами. Также прохождение 15-х ключей. Ну а в 14 в Москве, как уже вы сами увидели по гильдейскому событию, это Antorus Normal. Два кусочка я уже вытащил для своего Demon Hunter. Хочу еще. Это запястья, запястья идеальные, но суть в том, что у меня легендарные в танке. Но для дамагера они очень хороши, поэтому запястья 70-е Hast Crit я просто-напросто продам. Ну что ж, остался ДК. На самом деле быстрые сегодня прогрузки. Я даже не буду их вырезать. Не буду травмировать ваши уши шипением. Итак, добыча для специализации лед. Поехали. Что это? Это шея. Hast Crit 960-е, а у меня 75-е с Аргуса. Нет. Она явно хуже. О, 21-й престол. Самый добрый ключ, особенно на укрепленном. Отлично, пойду покорять его сегодня. Вот так вот. Хорошее вскрытие сундуков на самом деле. Давайте зайду на ДХ и посмотрим,
его тигель, конкретно то, что прокнуло с этой реликвии, мне на самом деле интересно. Я даже не знаю, стоит делать тут переход, не стоит делать тут переход в такой ситуации. Не, не стоит. Чё нос-то чешется? Все от шерсти вот этой кошки, да? Иди сюда, ты моя хорошая. Ой, вот так вот. Все, сиди тут. Что такое? Взял я тебя неудобно. Какой я плохой. Что такое? Кто там ходит? Кто там ходит? Я заметил, что Демон Хантером, получается, поменяли точку их появления после оплота. Весьма забавно. Раньше она была в другом месте, я помню это, когда я еще давно-давно этого ДХшечку качал ради кожевничества. Ой, иди топай. Я точно его вставляю. 100%. Теперь остается лишь надеяться на проки. Так, плюс 5 к квипу. Что у нас тут? А, тут у нас увеличение дамага от огненного клейма. Увеличение времени действия метаморфозы и увеличение урона от жара преисподней. Знаете что? Я возьму продление метаморфозы и пойду через свет. Все равно, скорее всего, я еще эту реликвию поменяю, я на это очень надеюсь. А вот когда, это большая загадка. Ну что ж, в текущий момент идет развитие ДХ полным темпом, полным ходом. Осталось заменить ему тринкеты. Может быть, что-то классное упадет мне за аргунит в ближайшее время. Вторую легендарочку я смогу надеть только через 14 часов, то есть это ночью доступ к ней появится. И, скорее всего, это будет колечко, а не придаз. С колечком, мне кажется, я больше полезности получу, чем с придаза. Так что, как-то так. Заходите на стримы, посещайте ВК-группу и смотрите другие видосики на YouTube. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого!